Народ, привет. Не бейте нас, мы снова в молле, снова какой-то шопинг делаем. Я тут вот кроссовочки застряла, хотела себе купить скетчерсы, но Наташа звонит из другого магазина, что уже что-то такое взяла, что не отпустит, беги давай, и все, сейчас будем что-то покупать или решать. Короче, бегу к Наташке, поехали. Мы, кстати, в молле, в прикольном молле Сити Центр, на станции Эль Губейба. Мы там выходили на видео «Другой Дубай» и на все парфюмерные видео, когда искали магазин парфюмерии, точнее музей парфюмерии. Наташа здесь где-то в отделе Кико. Сказала, что просто что-то, а цены вообще хорошие. Простите, 10 дирхам какие-то футболки. Так, где же Наташа-то? Ага, там, наверное, все, бежим. О, индийская музыка. Наташ, ты здесь? Да, я здесь. Ну что, рассказывай. Пока еще ничего, я не что, ты не какие-то рубашки, какие-то цены классные или что? Ну, я там зашла вообще, 10 дирхам какие-то футболки. Одна стоит 30, две что-то 40, а три я не Ой, помню. Ой, какие хорошие, слушай. А что-то, ты сразу так убежала на эту фирму, расскажи, что это за фирма. Вот это бимба, вот это рубашка, вот это класс. То есть ты вот эту вот не возьмешь цветастую, то я ее померю. Вот это классно, там Наташа моя сумка набрала. Это, я правда не понимаю. Вот зайди, посмотри, это раздевалка или нет? Вот там моя сумка с той стороны, все двери. Забили. Ну, раздевалка, смотрите, какая. Ага, а вверху это не камера? Я испугалась, понимаешь? Привет. Нет, вот. Привет. Не камера, поэтому я испугалась. Ну, я не знаю, если камера то отвернутая, это вот точно душевая, если мы что-то запалим какая сейчас. Душевая? Ну, нет, если давайте. Сработает сигналка. Ну, слушайте, народ. Так, по-моему, рубашки прикольные, цены сейчас, прикольные. Сейчас, одна сколько? 29,99. Одна 30 дирхам и две сколько? 40, а там сверху написано, типа, я так поняла. Это то ли батист, то ли нежнейший хлоп. А вот теперь это распродажа. И... Наконец-то мы что-то хорошее нашли в Дубае. Давай, Наташ, ты меряешь, покажешь. Индия, все индийское. Ага, ну да, окей, все хорошо. Все, вот это интересненько. Это очень интересно. Ну, давайте посмотрим немножко вещички. Если Наташа пока еще меряет, то у нас есть время. Ух ты, ну такой, знаете, очень яркий магазин. Не хватает таких ярких цветов. В жизни бывает, что люди одевают на работу в основном там белое, серое, да, фигня, короче, не нравится. А здесь прям ярчайший. Смотрите, да, ага, 1,29, 2,40, 3,50. Ну, это шикарно, конечно. Кто любит такие цвета, конечно, шикарные подарочки, все в индийском стиле, но они яркие, они как-то вдарят жизнь. И вот футболка Поло, смотрите, футболочки по 10. Были 25 дирхам, стали 10, 10 это 2,5 доллара, сразу вам скажу. Ну, такие симпатичные, мне цвета нравятся, такие вот хорошие, знаете, я тоже иногда Поло одеваю в школу, на работу. Мне, конечно, удобно в футболках, но Поло я тоже люблю. Они поплотнее, и я одеваю их. Их зимой. О, Наташа. Ой, Наташа. Да хорошая. Надо спросить, я правильно понимаю? Ну да, я только что их сняла. Да? А, sorry, this price is for this t-shirt? This that one? Yeah. Okay, thank you, it's very nice. Ты да, очень... ты все правильно поняла. Это действительно, она стоит столько. И такие вот, такой какой-то просвечивающийся, такая вот, и вот рукавчики накатанные, слушай. Вообще здорово, здорово. Ну, стиль-то стилек хороший такой. Давай посмотрим следующую футболку, да? Наташа ушла мерить вторую рубашку, не футболку, я оговорилась. Сейчас я покажу цены, значит, 39 одна, это юбочки, и 2 за 60. Классные, вот мне нравятся цвета здесь и узорчики. Узорчики вышитые, красиво. Красиво и ярко. А вот такие платьишки еще есть. И магазин называется Coco Bella. Вот, а я меряла вот там вот распродажи скетчерсов. Ну ладно, бросила уж все, прибежала к Наташке. Что сейчас пойдемте дальше. Целая куча детских вещей еще интересных таких, видите. Тоже ярких, интересных. И девушка вот как-то вот отпаривает все, что висит. Ну правильно, товар должен продаваться. И ай, хорошие обои такие. Пингвиненок летит, зайчик летит. Класс. Вообще здорово. Наташ, ты как там? Уютно? Боже, как приятно. Какая вещь классная. О, Наташа рада, что классная вещь. Понимаешь, это какой-то батист.
Батист? Да, это какой-то. В общем, Даша довольна. Сейчас покажем остальные вещи. Интересно. Сильное ощущение, я бы, может быть, себе какую-то футболочку взяла, правда, не знаю, куда я буду носить. Ну, у меня, наверное, футболочку, рубашку. Но надо это тормозиться, а то видишь цену, начинаешь... Ну, цены хорошие, действительно, да. И я помню, что когда там со шкафом проблемы были, надо было разобрать шкаф, протереть там его, немножко мошек там появилось, всяких там муравьев. Мы разобрали, положили все наши вещи на кровать и поняли, что стопе надо делать со всяким шопингом. У меня было 50 спортивных классных футболок. Но это много, реально. Это много. Я что, купила одну Версаси, да? Класс. Вот, Наташа выходит. Слушай, это большой размер. Большая шкафа. Да, это большой. Слушай, можно его типа на пляж такого, нет? Разливать. Ну, на пляж классная одежечка такая, это да. Вообще лягусенькая. Разлетаечка, выходишь. И разлетаешься. А ты как модель сейчас а такая. Смотри. А можешь вот так вот еще махнуть, так головой ткнуть? И так это в стену. Смотри, а под пояс вообще что под пояс? Ох, народ, было бы интересно узнать ваше мнение в комментах. Очень легкая. Она большая, очень классные цвета, цветочки. Голова уже, да, все. Ну, ради контента, ради лайков. Нет. Что это у нас ради такое? Ради зрителей, да? Смотри, как еще сделана беечка. Она как такая, знаешь, велюровая идет. То есть заморочились. И ты знаешь, такие швы все ровные. Шо? Ну, даже классно. Вообще, если что-то в магазин рвануло, ты что-то поняла. Даже ты увидела индийские яркие цвета и побежала мерить. Ну, это классно. Давай, ждем остальные рубашечки. Ну, реально, вот, знаешь, ее одел, типа, это от солнца все закрыть. Да, здорово. Так, ну вот появление рубашки. Ой, и в этой хорошо. А ну выйди-ка сюда. Причем, знаешь, они все разного размера. Выйди вот на белый. Сюда? Да. А тут с розовым отливом, чем мне что-то кажется. Вот розовые вставки. Это с это можно сделать рукав застегнутый и рукав подвернутый. Шикарное. Скажи. Да, такой, знаешь, виноград вкусный издалека. Мне почему-то виноград напоминает. Не знаю почему. А может. Да. Видишь, у них такие талии, вот и талия есть, и еще попа большая. Еще раз магазинчик покажу, а ну еще раз раз. А, что? Магазин. А я не знаю, это не фаш. Коко Белла. Да? Магазин называется Коко Белла, и вон такой вот Ка. Хорошая, классный, так, да? Это третья тоже классная вообще. Да. Слушайте, народ, пишите, что же Наташе все-таки взять. Так, и последняя цветная, та, которая понравилась мне. Ну-ка, выходи. Классная, слушай. Скажи, вообще. Лягусенькая. Вот это да, класс. Можно же её заправить. Мне вот это нравится. Она как сшита из лоскутов, из каких-то кошелечков, каких-то. Знаешь, напоминает турецкие кошелечки, которые мы покупаем. Ну это ж не сшито, это просто. Ну да, как бы, ну как будто она сделана. Единственное, тут вот, видишь, не прокрашена. Ну тут такой маленький какой-то, такая цяточка. Если, по крайней мере, у кого-то будет такая же, ты будешь знать, что именно это твоя. Я не думаю, что он будет у так, ну что, такая. Что, какой твой выбор? Не знаю. Я вообще в шоке, если честно. И рассветки ты показала. Народ, я в шоке. А что вообще брать? Что вообще вот в таком случае можно брать? То есть есть выбор 3 за какую сумму я забыла? За 50. 3 за 50 дирхам или 4. Это сколько? Это даже, это немного сколько? Смотрите в комментах, сколько это, ну, если 36, это $10. $10, да, 36. $14-13, это капец, слушай, ну. Но это же не переработанный полиэстер из бутылок, ну, да? Просто можно, допустим, за 500 какую-то, одну домой унести, две здесь ходить. Унести. Увести. Они я вообще, легкие, честно, кажется, вообще ничего не весит. Ну, ты возьмешь все 4 или 3. Ну, подумаем, давайте подумаем, а вы напишите, пожалуйста, вы напишите, чтобы мы себе взяли. Купили. И что всё, наверное. Пойду переодеваться. Смотри, какую я рубашечку нашла. Наверное, маме такую куплю. Маме нравится такое. С длинным рукавом. И цвета яркие, тоже классные. Вот. Давай, померишь? Да, сейчас. Ну что, прикольная, очень тонкая, яркая. Ну, что-то я думала маленькая. Мама же еще меньше меня. Что это реально Элька, на меня-то она большая, так что нужно... Ой, она прямо как шелк просвечивается. Эмка или Эска, да, классная. Классная. А нету меньше? Там же этого цвета я видела. Более, я посмотрю, не знаю. А спроси, может быть, у девочки, может, есть поменьше. Ну, думаю, это все, что осталось. Ну, ладно, да, сейчас спросим. А вам какая-то рубашка? Взяли бы такое маме в подарок? Слушай, ну реально так просвечивается красиво. Класс. Класс, да, мне очень написано нравится. Хлопок. Я нашла 100% хлопок, но такой. Ой, классный. Такая приятная вообще. Ага, вот скажи.
класс. Именно к телу. Рубашки, я чувствую себя каким-то индийским гуру. О, наконец-то! Начнем деньги зарабатывать. Класс! Слушай, какая она классная. Ну, классная, да. Ну, все, я думала, она мне лучше смотреться. Она как платьишко на мне такое. Все, оставляю тебе. Ну, если что, я тебе одолжу немножко. Ой, она такая красивая. Народ, смотрите, вот для мамы такую подобрала. Здесь тоже рукава отстегивается, это эмочка, я думаю, ей подойдет. А здесь что, воротничок, это просто замят, да? Да. Ну, можно еще, то есть, тут второй вариант есть, это можно, если он такой мятый. Давай сейчас я выберу. Ну, посмотри, просто все эти вот цвета, это какой-то вообще класс. Очень классно. Ага, это ты. Точно такая же мятая чуть-чуть есть, просто надо будет отгладить. А тут все вот это вот элечки, почти все элечки. А вот эта голубая, что это? Голубая очень классная, но видишь, ему нужно одевать через голову. Тоже через голову, да. Как я это, да? Вот это вообще не всегда удобно. Ага. А так, конечно, цвета и цены очень хорошие, главное материал. А качество материала? Я же тебе говорю, на видео вообще это синее, просто пелеринка. А ну? О, девушка нам это пошла, сказала, что сначала вроде нету ни маленького размера, а здесь вроде бы нашла. Сейчас посмотрим. А ну, ага, сейчас мерить, это, да. Я пойду две. Будем мерить. Да. Все будет классно. Так. Ку-ку. Ух ты! А скажите, а это я на себе осталось. Ну, прикольно, вот, действительно. А будешь носить розы? Ну, слушай, несмотря светлая, на розы... Ничего нет. Ой, светлая, яркая, класс. Мне класс. Скажи, как приятно, ее одеваешь, такие вещи. Это просто бимба, народ. Рекомендую магазинчик. И девочка-продавщица очень классная. Сейчас переодеваемся и решим. Решим. Слушайте, это нам тоже подошло. Ну и что? Итого у нас 7 этих. 7 этих. У нас сейчас будет выбор. Но это вообще, как видите, вот это вот через голову я одевала. Здесь нету пуговиц, я просто натягиваю через голову. Ну как? Пляжная, офигенная, вообще просто разлетайка такая. Ну... Что за магазин такой? Я уже боюсь здесь оставаться. Ну, это индийская одежда. На самом деле, это не пляжная совсем. Это более... Тяжело мне выбор. Вы делаете с трех, тебе и 4, понимаете? Ну, давай сейчас будем выбирать. Помогайте нам, помогайте. Комменты пишите. Пожалуйста, помогите. Знаете, такое неожиданное приняли мы решение. Посовещались и решили взять все 7 футболок. О, боже. 7 рубашек. Сейчас, подождите. То есть мы вот так вот их должны до кассы донести. О, господи, блин. О, не забудь бы вещи, да? Да, бери вещи. Ну, давай. Понесли в кассе, будем торговаться сейчас. Базарчик. Пообещали нам скидку на 7. Чего это 30 на 7 должно быть? Ой, мама дорогая. Что это 30? Не, ну... Если 2, ой, 3, 50. 6, 100. Я хочу 70. So, the original price is 203. Mm-hmm. After discount, it will be 129. 129? А, 129. Что 129, блин? А сколько надо? Надо бесплатно вообще, ну... Это ладно, 40 плюс 40, 80 плюс сколько? Плюс 30. Сейчас тебе скажу, 129, сколько это будет, делить на 3, 6, 8. $35 за 7 футболок. Хорошо, а за одну получается равно сколько? 35 делить на 7. По $5 футболка. 5 долларов футболка. $5 рубашка. Great. Окей? Да, ну а что, типа, ну... Все, хорошо. Наташа берет себе 4, я беру маме и себе, ну... Как вот, вот такие вот цвета, вот как... Вообще. Как жить дальше, да? Это мы на пляж ехали, чтобы вы понимали. Да, мы обычно да. Выходим на пляж, заходим в этот магазинчик, в этот огромный сити-центр. Вот такой был Дерри сити-центр, сейчас мы зашли на станцию Эль-Губейба. Все, первый магазин пропали. Мы сейчас пойдем еще мне скетчерсы посмотрим. Там кроссовки распродажи. У меня уже такие старенькие, но удобные. Дай посмотри. Уже просто посмотри, уже все треснутые, уже вот это, ну эта штучка удобная, мне нравится. Ну хорошо, ладно. Супинатор, все, сейчас еще пойдем. Отпросилась. Так, мне надо не забыть мои вещи. Все, иди за вещами, мы продолжаем шопинг.
Ну, в общем, получилось 6 футболок мы взяли, да, 3,50, 3,50 и одну за 29 за полную цену. Ну и так, не-не, они по 40 с чем-то были. Так, сейчас просто покажу вам сам центр. Он, не могу сказать, что он огромный, но он удобный. Здесь есть все магазины и почти всегда есть распродажи. Фудкорт на втором этаже. Я сейчас покажу вам. На втором этаже есть шикарный туалет. Просто знаете почему, да? Ты забыла? Потому что, когда мы приезжали из Ильяня на автобусе, на станции был маленький, такой вонюченький туалет, такой на 3 человека. И там всегда собирались такие очереди, отъезжают, приезжают, всего лишь в женском туалете 3 кабинки, представляете? И когда через дорогу этот центр построился, через пару лет, это просто было. Мы когда зашли в туалет, и ноги помыть, и руки помыть, и хоть сами залезть и помыть. Если туалет огромнейший, просто мест на 20. Ну все, молодец. А теперь я хочу сказать, что сейчас автостанцию выстроили так, что там как будто бы космическая станция. Когда-нибудь вернемся туда и покажем вам. Просто автостанция, которая, да, соединяет Эляйн и Дубай. Дубай. И может, ну, ну еще из Эляйна можно и в Шарджу, и в Абу-Даби, в общем, на автобусах. Но сейчас на автобусах проблема в это время проехать, поэтому мы сейчас станцией не пользуемся. А еще в этом моле есть офигительный магазин Brand Follet. Смотрите, сколько вещей. У-ху! Все, когда этот магазинчик, бренды за маленькие деньги. Ну, чувствую, пляж сегодня не отменяется. Застряли в бренде Follet. Что это? Коуч написано. Коуч? Да, фирма. Ух ты. Стоили $125. А где-то и то на распродажу стоили 125, 66 скидка. Сколько они? 229 сейчас. А я обратила внимание на такие уги симпатичные. Можно, кстати, их домой отвезти. Дома же я тоже иногда весной приезжаю. $10, как вам такие обувочки? Вот, кстати, всякие сумочки модные тоже есть. Смотри, какой рюкзак классный, даже красный. Ну, прикольно, смотрится ярко. Рабака Барокко, чи как эта фирма? Не знаю. Рока Барокко. Рока Барокко, да. Да, Рока Барокко. Рока Барокко 129. Слушай, симпотный. Ну. Но это не кожа, наверное, вряд ли это кожа. Не знаю. Ну, мягкая, ну и не знаю, что-то для кожи дешево. Даже в этом магазине. Ну, тут застегивается. Вот Бершка симпатичная такая есть. Застегивается. Сколько? Очень классно. 65. Классно застегивается? Да. Не знаю, понятия не имею. Симпотные, да? И сумочки всякие симпотные здесь. Ну, бренд Follet — это классная тема. Из Рока Барокко еще сумочка вот такая классная. Смотрите, 119 дирхам. Италия, Рома. Ну классная и вышивка такая. Сама она приятная. Ну на кожу похожа, но как Наташа говорит, скорее всего это не кожа. Вот, цена 119. Прикольная. Много людей здесь, много хороших вещей. Вот по 65 какая-то обувочка. Ой, класс вообще. Что это такое? Reaction Rennet Call, не знаю такую. Но много здесь всего интересного найти можно. Сапожки там всякие такие. В общем, класс, класс, класс. Кстати, не показала же вы, что Наташа одела. Помните шопинг в Дубае за 29 дирхамчиков, блестяшечки? Вот фудкорты, фудкортики. Макдональдс был, Макдональдс остался. Вот, и здесь вкусный Subway, кстати, бутербродики. Здесь очень вкусное, классное. Ну, сейчас идем в такое место желаний. Наша говорит, что ты вообще хочешь туалет показать, но он здесь такой здоровый. Это такое было облегчение. Вон вокзал там через дорогу, что просто можно нормально не стоять в очереди, а иметь нормальный краник, и мыло, и водичку нормально. Что-то мне так кажется, это такое восприятие именно после того вокзального, привокзального. Боже, народ, когда его здесь открыли, поверьте, да, это сэкономили кучу времени, ты можешь умыться, жарко, ты едешь в автобусе, со всеми рядом сидишь, потеешь, ты просто можешь умыться, сходить нормально в туалет, и салфетки есть, и бумага, и мыло, он просто здоровый. Сейчас подождите. Посмотрите просто теперь все масштабы, когда 3 кабинки были, посмотрите, это просто, это такой рум-тур. И посмотрите, как еще здесь удобно.
Всегда я приезжала, здесь тоже ставила вот рюкзак. Здесь сколько здесь краников, не надо в очереди стоять. Просто стоишь, умываешься, все. Есть салфеточки, есть мыло, есть туалетная бумага. Ну, блин, это шикарно. Это совершенно другой уровень. Ну, молодцы, Дубай. Построили, красавцы. Смотрите, вот скетчесы, которые я хотела, вот такая вот дилемма. Последние пары стоят по 137 дирхам, это 37 долларов, да? Ну, они классные, темные. Вот эти вот черненькие, они такие, как на модной высокой подошве, делают меня высоко от земли. То есть, куда-то поехать путешествовать, то будет, конечно, классно и совсем не холодно от земли. Вот это вот класс. А вот эти вот просто как спортивные, вот с такими штучками, мне вот супинаторы нравятся, они не скользят. А здесь обычная подошва. Здесь у меня вот были супинаторы. Сейчас померяю, скажу, и хотелось бы услышать ваше мнение в комментах, но что-то однозначно брать нужно, потому что классная распродажа. Девочка сзади стоит, продавщица. Ну вот, на ноге как смотрится. Ну, классно, классно. Хотелось бы, конечно, чуть посветлее, но с другой стороны, они не пачкабельные. Эта серия называется Skechers Go Walk, то есть это для ходьбы. Ну, наверное, для тренировок, для спорта тоже хорошо. Можно будет вести уроки, если что, у меня уже эти кроссовки совсем уже серенькие. Того. Вот. А все... серые из этой же серии? Нет, так это другая. Ну, слушай, они у меня уже вообще стерлись. Я же... А, Go Walk, да, Skechers Go Walk, такая же серия. Ага. Кстати, да, но эти как-то больше... Те мощнее как-то выглядят, да? Да. Эти более такие, наверное, даже как мужские, а эти как женские. Да, эти... Ну, они как женские, потому что вот эта вот штучка, узкая, картонка, узкая, нет, да? Картонка еще розовенькая. Ну да, и немного. Ну что, эти как? Как тебе? А ну, встань, пожалуйста, проверь. Да? Да. Ну, нормально, не знаю, хорошо. Размер. Ну, размер это все мой. То есть это вот и вот здесь, кстати, вот пары остались. Мне еще какая-то прикольная тоже понравилась. Смотрите, вот такие вот понравились. Конечно, цветочек такой. Ну, оно удобно просто. Вот бесшнурковая пара. Мне понравилась. И понравилась вот это вот. Но нету моего размера. О, эти классные. С такими пятнышками, как леопарды. Это называется последняя пара. Сейчас я померю черную. И я, наверное, сделаю выбор. Хотя, если они уже вдвоем такие классные, то за такую цену, то, что я откладывала даже 100 долларов, можно взять и две пары. Вообще, я хотела какие-то еще, типа вот таких, как понравилось, я не помню, но не было. Ну нет, это мужские, вот женские такие, вот они стоят, вот они классные. За 140 дирхам, вот эти классные были, но на пол размера меньше мне надо. Ну, это неудобные, просто я в них пошла, но пятка... Ну, может быть, есть это продавец? Нет, я уже спрашивала, можно у девочки спросить, но такой мальчик, которого вы встретили, он, по-моему, вообще мало соображает. Ну, так спроси у девушки. Сейчас спрошу. 9,5. Sorry, do you have 9? This one, 9. Can you check? Please, thank you. Вот эти вот классные серенькие. А вот черные, они такие вот... Знаешь, такие есть, бывают, девчонки на такой огромной подошве носят, такие кроссовки. Что-то блестит. Блестит? Где? А, это опять какой-то картоночка, я поняла. Ну вот, смотри. Сейчас, одну секунду. Даже присяну ради такого дела. Ха, интересно. А как по удобству даже? Ну, они как-то, знаешь, я просто чувствую, что я выше. Конечно, эти кроссовки я в школу, если их на тренировке с детьми вести уроки, я брать не буду, я в них, ну... А куда? Как в путешествие хотела ездить, когда куда-то вот путешествуешь, удобно в аэропорту. Потому что я в этих, извиняюсь, в школе уроки веду и путешествую, и хожу по молам, и хожу везде, где мне надо. Только одна пара, это мало. Ну, зато экономно-то как, а ну так. Ну, как тебе вот эти? А не нагинай ногу, просто повернись. Вот. Да, вот этих вот сереньких нету, мальчик. Так, спрашивает. Боком еще. Супинатор лучше. Ты знаешь, я чувствую, что вот здесь вот супинатор. А пройдись. Классный будет. Ну, и эти хорошо. И эти хорошо. Да. Что? Ну так возьми два. Народ, какие пишите проблемы? В комментах, что вы взяли. Ну это действительно классные. Ну, сейчас я хорошо погуляю и в тех, и в тех, и подумаю. Здесь какой-то типа Skechers, Deluxe,
Волкер. Ну, тоже типа... Ну, значит, это для ходьбы все-таки должно быть удобно. Ну, скетчерсы же удобные. Мне удобны эти скетчерсы. Из всех кроссовок, которые я здесь покупала, я себе могу позволить сейчас купить нормальные кроссовки. Всех Адидасов. Мне Nike нравится, как бутсы, в которых я тренируюсь, и всякие такие для зала. Залки, футзалки, сороконожки, а скетчерсы для ходьбы именно мне нравятся. Вот, ну, кроссовки, скетчерсы сейчас вот первые. Ну все, скетчерс, подбрось денежек за такую рекламу. А что ты за красные чебетки? Ну, смотри, не знаю. А, какие полусапожки. Нравятся вам такие? Ну, это, конечно, не кожа, это искусственные. А сколько они стоят? Да, что? Девочка, такие же кроссовки. Можно? Она говорит, эти классные, говорит, бери эти, потому что эти классные. Ой, как красиво у нее на ножке, вообще аккуратненько. Да, слушай, так мне потом тоже... Very nice. Yes, beautiful. А how many times you used? It's already years. Years? Coming years. Ага, один год, девушка говорит, пользуется. Я тоже, я склоняюсь к этим, но эти вот мне надо на работу что-то взять. Вот в эти я взяла бы гулять, выходить там. Возьми это. Я не буду это мерить. Почему? Очень красиво. А это на выход. А сколько они стоят? А, ну. Это ж я начала рассказывать. Нет, это скидка. How much this? I don't think this price. Yeah. Maybe this one? No. It's enough. 76. Народ, как вам? 76. Ну? Сапожки. А это как вам? Стиль. Можно зеркало не брать, носить такие ботиночки. За сколько? За 47. Ну, понятно, что это все искусственное. А это 47 в серебре. Прелесть. Так, куда-то Оля побежала пробовать автопробег. А, какое все яркое. Ну, это все искусственное. Ну, как? Они делают меня выше, а пришел тот мальчик, который никогда ничего не знает. Нет, нам надо, чтобы девочка заработала денег, а не этот мальчик. Да, не, но если это вот это вот на продавца, только на девочку, конечно. Потому что мы мальчика что-то спрашиваем, он такой. Ну ладно, нет, бог с ним. Последний размер мы сами нашли, да. Ну такой продавец, да. Ну что? Ну классно, тебе удобно? Ну да, эти вообще, я же говорю, что в этих я выше. Смотри, поэтому, ну вот, они же выше меня делают. Вот, народ, что бы вы выбрали, черный или синий? Ну, светлых нету моего размера. А какие светлые? Ну, я условно говорю, светлые. Ну, вот такие вот. Я сначала стала мерить, Наташа говорит, что за бантик такой, ты что будешь одевать? Да, они просто вот такие удобные. Ой. То есть просто взяли раз и... Ну, сняли. Нет. Сняли, и тоже 132. А, это меньше еще на доллар. А эти 132, да. Дирхамов. Это дирхамов. Ну, вот эти, я уже сказала, такие прикольные вообще, ну, няшечные. Но они последние остались, ну, нету больше. Ну, классные вообще. Цветочек, стразики. Ну, да. они просто классные. Вот в таких бы тоже я походила, путешествовала. А ну что, в середине? В аэропорту вообще удобно сбросить. Ну, да. Ну, эти классные, конечно. Я сейчас посмотрю. И, наверное, сейчас еще погуляю в этих, и, наверное, возьму две пары, короче. Решим сейчас. Я склоняюсь брать две. Ну, хорошо, на смену. Народ, ну что, вот такое у нас сегодня видео получилось. Неожиданно зашли, неожиданно получился шопинг. Наташа, покажи. Сейчас, похоже, наш пляж отменяется. И вон еще у нас кульки. Белые все кульки, так что... Поехали мы пока это домой завезем. Рекомендуем вам сити-центр возле Эль Губейба. Классные распродажи, классные магазины, приятные продавцы. Да, Карифор есть. Ну, тут много всего есть. Мы вам еще так мало показали. Да, Брендфулес хороший, кстати. Хороший на втором этаже. В общем, счастья, здоровья, любви, шопинга. Подписывайтесь, ставьте лайки, комменты. Всем пока. Пока.